К моменту приезда пожарных внутри вот этого здания трубного завода уже было пекло. Очаг пожара, похоже, был в электрощитовой, дверь в нее особо не пострадала, но именно это место больше всего напоминало доменную печь. На пожар выдвинулось больше 20 единиц техники. По периметру работали 65 человек. Исполняющий обязанности начальника Рязанского МЧС прибыл на место одним из первых, полной амуниции. На всякий случай. На месте пожара организована работа трех боевых участков. Площадь пожара 1500 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. На месте пожара погибших и пострадавших нет. Локализация возгорания заняла у боевых расчетов примерно 3 часа. В отдельных случаях использовали даже кран. Некоторые бойцы работали практически прямо в огне. Пока что причины возгорания пожарные не озвучивают. Следствие только стартовало. Для установления причины пожара и ущерба на месте работы специалисты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели управления надзорной деятельностью и профилактической работы. Полностью пожар ликвидировали ближе к полудню, но картина по-прежнему выглядела пугающей и в чем-то даже апокалиптической. Такого смога над городом не было как минимум лет 10, и ехавшим на работу людям пришлось изрядно поволноваться. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».